Трагедия ценой в жизнь. Воскресным утром около 7:40 на улице Некрасова на Зебре мужчина за рулем автомобиля Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Ей оказалась 80-летняя Ивановка. Водитель, ему 38 лет, как показала экспертиза, был трезв. Всего за этот год под колесами на дорогах города погибло 6 человек. На пешеходных переходах это третий случай. В ГИБДД отмечают повышение аварийности с участием пешеходов. В городе Иваново за 11 месяцев зарегистрировано 115 ДТП, 2 человека погибли и 122 человека получили травмы тела, что выше показателей аналогичного периода прошлого года.